Василиса Володина рассказала, какие знаки зодиака в ноябре кардинально изменят жизнь. Телец. Ноябрь наполнен позитивными изменениями для тельцов. И главный плюс заключается в том, что консервативный зодиакальный представитель наконец-то будет морально готов к трансформациям. Прежде всего, перемены нагрянут в профессиональном плане. Причем польза придет не от привычного трудолюбия, а вашего стремления завязать полезные знакомства. Телец будет ощущать себя максимально комфортно, а высокая продуктивность позволит получить новую должность. Гороскоп говорит, что вы становитесь увереннее в себе, что позволит легко располагать к себе окружающих. Это поможет как в карьерном росте, так и в улучшении личной жизни. Будьте амбициозны и продолжайте двигаться вперед. Весы. Астрологический прогноз на ноябрь гарантирует знаку зодиака Весы интересный и насыщенный событиями месяц. Но важнее всего то, что каждая ситуация и обстановка будут способствовать тому, чтобы вы кардинально изменили жизнь в лучшую сторону. У вас наблюдается высокий жизненный потенциал и желание добиться больше, поэтому получится реализовать заветную мечту. Радует тот факт, что Весы сумеют вернуть внутреннее равновесие и баланс. То есть вам будет максимально комфортно в собственном теле и душе, что приведет к отличному настроению и генерации уникальных идей. Астропрогноз призывает доверять интуиции, которая выведет к нужным судьбоносным решениям и убережет от потенциальных неприятностей. Стрелец. Кардинальные трансформации жизни ноябрь запланировал и для Стрельца. Причем вам везет в том, что сам процесс пройдет легко, напомнит игру и доставит массу удовольствия. Удача на стороне тех зодиакальных представителей, что будут пользоваться ораторскими талантами и даром коммуникации. То есть Стрелец покоряет людей словом. Используйте ноябрь, чтобы чаще бывать на деловых переговорах и перенимать бесценный опыт. Вы притягиваете к себе, так как кажетесь интересным собеседником. Пользуйтесь моментом, чтобы найти влиятельных покровителей, людей для сотрудничества или же новую симпатию, способную стать постоянной второй половинкой. Стрельцу будет вести на каждом шагу, так что не сидите без дела. Козерог. На радикальные трансформации в ноябре может рассчитывать и знак зодиака Козерог. Но это произойдет лишь в том случае, если вы правильно установите приоритеты и сможете одновременно развиваться в двух сферах – работа и личная жизнь. Обычно вы отдаете предпочтение именно карьере, но сейчас важно соблюдать во всем баланс. Придется сильно потрудиться, чтобы продвинуться вперед по карьерной лестнице и вернуть гармонию в семье. Но гороскоп говорит, что у Козерога все получится. Вы полны сил, действуете последовательно, кажетесь прозорливым и мыслите на несколько шагов вперед. Поэтому сумеете всего за месяц вывести жизнь на совершенно новый уровень. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту четверку знаков зодиака, которые в ноябре кардинально изменят жизнь? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео.